«Локомотив Кубань» начинает серию плей-офф Евролиги. Четвертьфинальные игры длятся до 3 побед. Сегодня на родном паркете железнодорожники примут испанскую «Барселону». Следующая встреча домашняя 15 апреля. Ответные игры состоятся 19 и, если понадобится, 21 апреля. При необходимости 5-я встреча пройдет также в Краснодаре. Победитель пары получит путевку в финал 4 Евролиги. Напомню, в этом сезоне «Локомотив» и «Барселона» играли уже 2 раза. В групповом этапе команды обменялись победами, оба клуба одержали триумф в родных стенах.